8 федераций представили лучших спортсменов в борьбе за памятные кубки, грамоты и талисманы 7-х всероссийских игр боевых искусств. Многие спортивные федерации уже успели разыграть комплекты медалей. Награждение победителей и вручение медалей прошло в день гала-финалов. Спортивный праздник посетил глава города-курорта Сергей Сергеев, ректор Московской государственной академии физкультуры, президент Федерации тэквондо Сергей Сиранов, заместитель главы Анапы Сергей Козлов, начальник по управлению физкультуре и спорту Сергей Ткаченко, заслуженный тренер России Юрий Калашников, заведующий сектором управления по региональному сотрудничеству Олимпийского комитета России Олег Смирнов и исполнительный директор игр боевых искусств Рамиль Габасов. Айкидо, кикбоксинг, джиу-джитсу, киокусинкай, тэквондо, борьба на поясах, самбо и рукопашный бой. Разные виды борьбы и единоборств были представлены в рамках соревнований в Анапе. И выбор города для проведения юношеских игр не случайен. Анапа – это такой город детства. Здесь летом очень много детей собираются. Очень много радости, очень много хорошего настроения. В боевых искусствах не принято думать о конечном результате. Ты должен двигаться, ты должен делать все от себя зависящее. Когда мы создавали Российский союз боевых искусств, мы тоже не ставили цели выиграть два раза подряд Всемирные игры боевых искусств, но выиграли. И то же самое с юношескими играми. Конечно, они стали намного больше, чем мы себе представляли. Но мне кажется, это очень такая хорошая, красивая ступенька для юношей, для того, чтобы перешагнуть, сделать следующий шаг в большой спорт. Представители Федерации Айкидо провели показательные выступления. С учетом специфики этого вида спорта, соперничество далеко не ключевой момент в воспитании спортивного духа. Впервые в рамках соревнований провели бои по борьбе на поясах. Зрителей впечатлило противостояние друзей и чемпионов из Анапской детско-юношеской школы номер 4 Александра Бурмистрова и Армана Гамбаряна. Также в рамках 7-х игр продолжается сдача нормативов ГТО. Каждый может проверить уровень физической подготовки, выполнив упражнения, утвержденные специальным указом президента Российской Федерации. Участникам, сдавшим норму, вручается специальный диплом.